И вот приехав сейчас, и смотрю на изменения, и прям... Ребят, это была небольшая затравка, небольшой спойлер. Вот теперь мы идем на подготовку. Все только начинается. Сегодня мы на концерте Джа Халиба. Наша профессия связана с тем, что наше эго сильно растет, и поэтому нужно периодически над ним работать и его усмирять, чтобы совсем не улететь в космос и не стать, совсем потерять себя и там стать, супер дном. Всегда быть и оставаться собой, там, не потерять себя, допустим, былого, да, потому что тут много испытаний. Во-первых, быстрые деньги, да, если ты популярный. Деньги меняют всех людей, да, там, тут можно попасться, слава, да, там. Любящие женщины или любящие мужчины. Здесь столько испытаний, поэтому нужно всегда себя держать в таком тонусе, на таком на приземленном, и все будет четко. Все будет классно. Сегодня будет классно. Еще... Вы все остаетесь, все на концерт приходите? Да. Да. Салам алейкум. Валикум. У меня влог, так что будет не так. А, ты сам с собой, да, короче? Будет, ну, все, окей. Будет не так формально. В общем, на... Такой стедикам у тебя сильный, да, короче? Ага. В общем, вы часто пишете музыку о чувствах, и, как вы сказали, в альбоме «Мудрец» вы описали ваши отношения с избранницей. Да, и отсюда вопрос, чисто такой пацанский, да? Молодым пацанам, 17-19 лет, как я, стоит ли искать любовь или все-таки надо сначала найти себя, на ноги встать, а потом она сам придет? Ты знаешь, как тут очень простой ответ. Возьмем этот ответ, это знание из нашей прекрасной религии, из ислама, понял? Вообще женитьба – это как половина твоей веры, вот, и это очень большая сумма, и когда ты женишься, вот, те, кто женились, поймут, у тебя сразу в жизни открывается столько дверей, поэтому есть у тебя квартира, встал ты на ноги, не встал ты на ноги. Если ты женился и вот почувствовал, что тебе прислали твой аманат, да, от Всевышнего, тебе доверили какую-то женщину в ответственность, если ты возьмешь на себя эту ответственность, тебе уже все там само откроется. Понял, спасибо. И смотрите, Казахстан на данный момент, так скажем, конвейер креативных исполнителей, режиссеров, хорошо актеров. Сказано. Вау, да, и да, это правда. С чем это связано? Вау. Много факторов. Мы там называли факторы того, что там был голодомор, да, там в свое время, там плюс микс разных национальностей. Вообще не знаю, вот в последнее время уже с такой более взрослой точки зрения, мне кажется, просто Всевышний благословляет нашу землю, реально. Там взять тот же фактор, то, что у нас Иманбек взял Грэмми недавно. Да, представляешь вообще, да. Что это такое? Поэтому... Не знаю, Всевышний, наверное, благословляет нашу страну. У нас очень сильно, кстати, развивается ислам в стране, и люди становятся более духовно крепкими. Мне кажется, за счет этого наша земля развивается во всех планах. Может быть, из-за этого. Сейчас я так думаю, по крайней мере. Хорошо. В следующий раз что-нибудь, может, новое придет. Я и тебе последний, скажу. Последний вопрос насчет музыки. Была ли песня, которая вот сложно в написании, сведении? Вот прям парились, но в итоге ее не оценили должным образом. Конечно, куча таких песен. Да? Многие из них вообще не вышли. Ну, допустим, один пример, который вышел. Который вышел. Ну, вот вы хотите вот сейчас писалось, сказать, ребят, вот обратите внимание на эту песню. Она крутая, почему-то вы ее вот... А, не признали. Не признали, да. Слушай, у меня есть песня такая, очень, мне, да, очень близкая мне, да, моей душе, называется «Брату». Вот, она о таких братских отношениях, о моих каких-то семейных там моментах. Вот, но я туда вложил столько души, я тебе клянусь, я там на записи и плакал, понял, там мы собирались, там перезаписывали, настолько была, она вот прям, столько мы в нее вложили. Наверное, это потому что слишком личная она. А так много песен, «Созвездие ангел», но она как бы стрельнула, но она тоже писалась прям с таким
упорством. Но есть еще и много песен, которые быстро пишутся. И в последнее время я выбираю только те, которые пишутся быстро. Ну вот она пришла, если на легком пришла, все, мы ее делаем. Если мы начинаем что-то париться, что-то копаться, мы ее ложим на полочку и идем дальше. Понял. Что вот посоветуете молодежи, вот такие напутственные слова, все, наконец? Любой молодежи. Вот, да. Да? То есть, или, да, в целом, потому что разные люди смотрят. Будьте благородными в своем, ну, благонравственными, даже если правильно. Такими. Будьте воспитанными, живите правильно, живите спокойно, идите по дороге ровно, все у вас будет четко. Не тратьте бабки на всякую херню, я извиняюсь за выражение. Вот. Женитесь, создавайте семьи, кайфуйте, живите как нормальные, порядочные люди, и все у вас будет четко. Столько возможностей у вас сейчас есть, и соцсети разные, и возможности выстрелить, и блогинг, и это, и то, и творчество, и все у вас есть. Столько возможностей, используйте их, не идите разными дорогами, идите только прямой дорогой, истинной, чистой, светлой. Пусть у вас все будет четко. Рахат. Все. Все? Все, спасибо. Итак, ребят, я взял интервью у Джакалиба, сейчас иду искать своих друзей, чтобы отдать билет, и мы пойдем уже в фан-зону чилить. Вот, дождитесь лифт, поднимитесь на второй этаж. И там уже сектора у нас классно указаны, вы не Всё. Потеряетесь, найдете. Хорошо, спасибо большое. Cool. Сейчас тоже быть на связи? Я ищу своих друзей. И сектор BC. Опа, нашел. BC здесь. Короче, я вот здесь сектор BC, но их здесь нет. Оля, Оля, Оля! Hello! Где Алина? Алина на кассе на входе. Давай, все? Да. Че, как прошло? Там такой контент! Вот так вот мы обнимались, да? У нас тоже Ди. А, серьезно? Слушай, я купил вот именно, чтобы вы были вместе. Ага. Короче, один чел вот здесь. Так. Всем здорово, Мирик, здорово. Так. Один чел будет снимать здесь, и двое будут общий кадр брать, полностью по арене бегать. Поэтому, если что, наверное, тебе эти кадры подойдут. Короче, самые крутые кадры в этом логе вот от них. Потому что я буду снимать такую фигню. Хорош, чё? Не, ну, я говорю, здесь, в принципе, будет удобно. Как думаешь, вот наполняемость полная будет? Вот я с камерой. Я думаю, то, что здесь опасно будет. Нет, ну смотри, здесь работает стадный инстинкт. Видишь, все ближе туда прилипают. Даже вон сейчас туда выйдешь, все здесь. Да. Там просто у меня линза, смотри, 17-24. То есть, чтобы его прям офигенно снять, то есть я буду надеяться уже на вас. Потому что мне надо быть либо прям у него. Просто нас, допустим, тоже не впускают. Мы договаривались, хотели обговорить, чтобы мы за этот выходили. Ну вот там же тоже есть пространство. А как думаешь, меня выйдут? Я думаю, что да. Тебя должны. Вот нас, допустим, не впускают. Круто. Поэтому ты можешь прям крупный хорошо набрать там. А я прям подняться не смогу, да, уже к нему. Блин, не знаю. Там говорят, команда работает отдельно. Типа съемочная, которая от него идет. Со стейдиком они все там внутри бегают. Понял. Ну, мы максимально отсюда крупные будем брать. И общие вкусные кадры будем отсюда. А как ты не знаешь, вот туда зайти? Не знаю, вот с охраной переговори, покажи, просто скажи, что ты будешь заходить. Вот отсюда Джакали будет подниматься наверх на сцену. С минут на минуту, либо через час. Я не знаю, когда начнется. Ты этот, во всех моих логах будешь, да? Мне кажется, давно не виделись, да? Очень. Ты уже, у тебя работает уже все? Да, вроде. Да. Салют всем. Итак, уже, по-моему, третий влог вот этого человека. Миролим очень делает хорошие успехи. Я не знаю, почему, но... У него стало на 100 человек больше в Инстаграме. Да. Короче, многие знают почему.
Да? Потому что они любят свою маму, да, наверное? Нет, ты видел, что Оскар сегодня выложил? Да, 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 я видел, что сегодня, вы, наверное, увидите это где-то через год, через сколько? Нет, наверное, через недельку, да, вы увидите, что его похвалил сам Оскар. Он похвалил, потом сразу опозорил. Плохой пиар тоже хороший пиар, понимаешь? Да. 100 человек не только из-за мамы, но и из-за того, что он меня вот так вот пропиарил. А, ну понятно, вот видите, зато теперь вы будете знать, кто такой Миралим. Да, вот. Попрошайка. Ваши артисты, слой благ, жах, увидимся. Итак, вы готовы? Вы готовы? Итак, встречайте. Джаван Ди. Еще раз, салам алейкум, Ташкент! У вас просто невероятное количество. Мы сегодня пригласили в этот солнечный город, замечательно. Тукальба вышли его ребята с лейбла, и знаете, почему я люблю концерты? Из-за энергетики. Люди, они хотят услышать все свои любимые песни вживую, и это заряжает на самом деле. И со мной произошло кое-что очень интересное. Короче, ребята, я тут в толпе нашел своих подписчиков. Привет! Привет! Богу Миралима! Желаем удачи! Классно! Подписывайтесь! Кул! Вообще офигенно! Я нашел вас! Да. Здорово! Очень приятно! Очень приятно! Короче, ребят, это мой влог. Все, я с вами сейчас пока что. Такой типа движение. Пацаны, как же он чувствует? Пап, как же он чувствует? Разговорившись со своими друзьями, я забыл, зачем я туда приехал, и пропустил выход Джакалипа. Поэтому я быстро побежал к сцене, и вот что было дальше. Супер душевный, супер классный солнечный город. А ты хочешь, чтобы она соединилась, да? Так, у нас готова аранжировка. Так. У нас недавно вышла песня, еще сегодня вышла песня, еще в декабре. Еще в декабре вот с Ахой, который вам сегодня... Аху, кстати, вы вспомнили Аху? У нас в декабре с Ахой выходит «Он и она», если кто знает эту песню, да. У нас очень много песен готово, они будут выходить постепенно. Но сейчас мы споем песню, которая вышла совсем недавно. Я даже не буду ее петь так чисто под фонограмму, губы пооткрываю. Вот. А вы, если кайф есть, подпевайте с кайфом. Любые строчки, которые знаете, а я уверен, вы их точно знаете. Миша, мы готовы? Поехали. Боже, как завидую, завидую, Ташкент, это ваш припев. Боже, как завидую, людям, кто спят по ночам, спят по ночам. Мне во сне не видеть бы, взят по ночам, твой взят по ночам. Боже, как завидую, те, кому звонят по ночам, я чувствую. Ирата. Вау. Красивое, да, имя? Распространенное в Узбекистане имя? Надо будет подумать, Димас, на Ираду чисто, может быть, одну песню, ладно. Так. Не, ну ты мне заплати там 50 тысяч сом. Не, сейчас не надо, потом. Даже скидку тебе 5 тысяч делаю. Так, сколько лет вы вместе? Встречаетесь? 2 года? Еще и официально не расписались, ничего? Намерения серьезные? Естественно.
Все, все четко. Нет, вместе ко мне пришли, все, главное намерение, серьезное. Окей, 2 года, а где познакомились? В университете. В университете. Все четко. В одной группе учитесь, в разных? А, она младше, ну все четко, а то в одной группе учились бы слишком, да? Постоянно вместе видеть. Все, братуха, я тебе желаю, знаешь что? Это песня, которая не должна была выйти, но моя жена, когда мы еще дружили, она мне сказала, выпусти ее обязательно. И все те, кому я пою эту песню, слава богу, у них потом в жизни через года все идет крепко. Поэтому, братуха, я тебе желаю, чтобы у вас все было четко. Все нормально, устраивает тебя? Мирада, устраивает, все хорошо? Ну, если что, там мы с ним поговорим, если что там. Если надо будет образумить, ты позвони нам, да, короче. Все. Для вас потрясающая песня. Песня «А я ее». Поехали. А я ее. Я не знаю, почему она полюбила меня. А я ее. Мимо дворов и распали. Мимо людей миллионов. Вызвали полночь. Разум потерян в тумане. Тайный сигнал за шифровкой. Асуров, давай я тебе следующую песню спою. Она такая, знаешь, она из моей молодости, понял? Когда мне было 16 лет, я был примерно как ты. Такой думал, что я маркетолог, красавчик по жизни. Но я тебе, знаешь, что скажу, братуха? Соберись, учись хорошо, будешь учиться хорошо, будет у тебя все хорошо, будут деньги, будет хорошая семейная жизнь. Поэтому, Асурор, братуха, вот сегодня какое число? 28? 6. Сегодня 26 ноября 2021 года. Снимаешь на телефон? Я тебе сегодня с тебя беру обещание, что ты будешь четким пацаном, будешь нормально учиться, не будешь всякой херней страдать. Я извиняюсь за выражение. Ну, по-другому это не назовешь. Братан, делай все четко, и у тебя все будет четко по жизни. Через 5 лет встретимся на концерте. Дай бог, дай бог, дай бог, да. И ты снимешь видео и будешь красавчиком, понял? Все, сжигай дотла для Асрора, поехали. Подожди, а вы не вместе? Вы вместе? Все, что-то твой парень, знаешь, что? Так он на меня так смотрит, я уже 4-ю песню на него смотрю. Сколько билет стоил? Сколько на билет ты отдал, баба? Я много, брат, стоил. Сколько, сколько, скажи по-братски. $50 ты отдал? Нет? По 50. Ну скажи, братан, что ты, ничего страшного. А что ты стесняешься, что здесь такого? Сумма да? Большая. Сумма большая? Фух, какой он серьезный, в костюме такой, знаете. Дети есть у вас? Дети есть, братуха? Планируйте. Планируйте. Как тебя зовут? Даниэль. О-о-о, это серьезное имя. Пусть у вас появятся не просто дети, а ангелочки. Понял, братуха? Поэтому следующая песня для вас, она называется «Созвездие ангела». Поэтому я хочу сказать спасибо не только нашим организаторам, но и всему узбекскому народу за то, что мы как тюрки, да, мы же все тюрки, мы все братья, мы сохраняем эту невероятную традицию гостеприимства, правильного встречания. Знаете, чтобы я на концерте в таком настроении был, это знаете, что надо сделать? Ух, понимаешь, братуха? Поэтому следующая песня, это любимая песня одной из организаторов, ее зовут Мадина. Вот, и... Давайте мы сегодня споем эту песню для нее. Она сколько? 1.5 года, да, переносился концерт? Она переживала, она постоянно звонила, думала. Поэтому следующая песня для Мадины, песня «Любовь, река». Поехали. Словно берега, и течет на... Еще можно бежать? Thank you.
немножко фирмы, да, немножко. Вау. Так, ну раз уж мы заговорили о Мадине, да? Вот это нормальная, кстати, песня следующая, которая будет. Такая, вот из тех двух нормальных, которые мне нравятся. Вот она такая, на четверочку. Ну ладно, ладно, все, я просто на комплимент нарываюсь немножко. Да? Окей. Ташкент, вы готовы? Вы точно готовы? Оп, все, братуха, у него позднее такое было. Ну, я тебя слышал. Да ладно, брат, не стесняйся, все свои. На камере остались 4%. Надо быстро заменить. Я забыл в рюкзаке запаску, потому что там уже концерт идет. Закрыто. Короче, назло здесь закрыто. Я сейчас позвонил маркетологу Хумо. Он спускается. Я надеюсь, я ничего не пропущу, ребята. Сорян. Максимум одну песенку. Я не знаю, какая она будет. Нет, так, извините, мне просто. Вообще спасение. Все, 100% зарядил, иду обратно. Смотри, вот ребят, чувак выбежал просто на сцену. Реально? Я буду у тебя на бэк-вокале петь, если что, окей? Okay? Если слова не помнишь, я буду подпирать. Чувак просто выбежал на сцену, и теперь он будет петь. Раз, раз. Окей, так. Включаем, включаем аранжировочку, Миша. Даже у меня громче, я себя не слышу. Не, братуха, извини, таких комфортных удобств у нас нету. Поехали. Окей, моя мама сита, моя сеньорита. Эй, слушай, мамита, что мне больше гана мечта, гана мама мечта. Генерал, генерал, я забыл все внимание на ней. Я вижу рядом танцует, словно карамель. Она сочная, как манга, а не плоская модель. Ты не обходи мужчина, а не ставьте золотые. Надулся от обиды, мигом паренечек стуйся. Ее вообще не грузит, Бентли или крузер. Не купишь за капусту, эта девочка из Люди. Она в ярко-красном платье, молодая тона. Я надержанным и ровным, она смотрит нескромно. Она в моих объятиях, нежная как волна. Я срываюсь, ее платье между нами заводово. Tell me what you want, babe, tell me what you like. Мы парочка безумных, словно мы Бонни и Клайд. Хочешь завести меня, царапай и кусай. Ты хочешь по руки воздух, ташки все. Чувак, красава! Руки, руки, воздух. Моя мама сита. Моя мама сита. Моя мама сита.
самых худших ситуаций, когда я нарвался на не очень хорошую девушку, так скажем. Поэтому, пацаны, мои пацаны... Мать, ну что ты платишь? А слезами не возьмешь меня? Надо плакать. Что ты платишь? Это фотка, это какой-то бред вообще. Айти, сделайте! Очень кого? Очень такой, да? Такая шутка. Ага, сделай селфи со всеми тогда. Сделай селфи со всеми. Все? Да. Пойдем, ты мне поможешь. Пойдем. Ты блогер же, да, братуха? Да, да. Пойдем, как раз разбудимся. Так. Что, представь, как будем делать? Давай. А, ты хочешь на свой, да? Да. Давай вот так будет лучше. Нажимайся. Потом как скинешь? Потом как скину тебе? Да. Да как-нибудь найду что-то, не пальцы, поверь, трогай. В 21-м году живем. Так, ну-ка все подняли руки. Давайте все, ребята, пойдемте сюда, пойдем к гостям, пойдем. Дима, смотрите, до сих пор играет красавчик. Давайте, пока все собираются, распоем все. Спасибо. Так, а мы... В этом мире я гость, ты брошенный. Отовсюду здесь веет холодно. Мы потеряны, но заброшены. Я люблю тебя.